Вы смотрите программу «События». Идем далее. Проведение фестиваля «Венок дружбы», в котором представлено все богатство национальных культур Славянского района, стало уже доброй традицией. Это мероприятие объединяет патриотичных и творческих жителей нашего района, представителей разных национальностей и культур. Благодаря фестивалю можно было больше узнать о культурной самобытности славянцев и получить заряд хорошего настроения. В Славянском районе в дружбе и добрососедстве, уважая национальные традиции друг друга, проживают люди более 50 национальностей. Мы гордимся достижениями земляков, великой историей нашей страны, культурой ее народов. Гордимся военной доблестью и мужеством предков и наших сегодняшних защитников, солдат и офицеров. В фойе городского дома культуры представители поселений района развернули интересные экспозиции. Самобытные национальные наряды, предметы бытового обихода, книги, иконы, блюда национальной кухни – все это славянцы смогли увидеть на выставке. В центре внимания были прекрасные семьи поселений муниципалитета, которые работают, занимаются домашним хозяйством, воспитывают детей, увлекаются спортом и общественной работой. Глава Славянского района Роман Синеговский и председатель совета района Григорий Литовко поздравили и наградили семьи, принявшие участие в презентации своих традиций. Мы представляем казачью семью, мою семью, семью Бырских. Я потомственная казачка, мои прадеды, бабушки, дедушки, прадедушки, они были одни из первых жителей хутора Сербин. Поэтому мы стараемся сохранить традиции нашей семьи. Это все у нас отражается в песнях, в народных ремеслах, промыслах. И я очень горжусь, что у меня большая, дружная казачья семья. Фестиваль «Венок дружбы» – это знаковое культурное событие. Он способствует укреплению духа добрососедства, сохранению единства между народами нашей многонациональной Кубани. И все эти дружеские связи укрепляются зачастую на уровне простого человеческого общения и семьи. Хутор Семисводный, он основан семью семьями. Одна из создателей хутора Семисводного – это семья Щербак. Естественно, говорить о себе как-то проще. Когда говоришь о целом поколении, очень волнительно. Сегодня мне хотелось бы основной акцент уделить нашему прадеду Щербак Ивану Петровичу. Он кавалер ордена Красной Звезды и Славы 2-3 степени. Вообще, конечно, наш род богат своими знаменитыми людьми. Вот сегодня мы на столе представили все, что выращено именно на нашем приусадебном участке. Саанский на Кубани. Здесь я выросла, закончила школу. И сейчас я живу здесь вместе со своей семьей. Моя семья, традиционная армянская семья, сохраняет свои корни, уважает русскую культуру, но сохраняет свои корни и передает из поколения в поколение. Поэтому мы стараемся говорить на армянском, танцуем, поем и знаем историю Армении. Именно здесь, через национальную кухню, музыку, песни, танцы, происходит обмен традициями, общение между представителями разных народов, которые хотят жить в мире и согласии. Замечательный праздник дружбы продолжился концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы района. Их песни были о родной земле, о великой России. Моя Россия, где тебя красивее? Благодарные зрители горячо аплодировали артистам, в танцах которых золотые нити национальной самобытности были вплетены в ткань своеобразного творчества. Не забываются и казачьи традиции в исполнении песен.
Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил большое значение фестиваля «Венок дружбы» и пожелал всем его участникам всего самого доброго. Сегодня он венок дружбы поколений, и я уверен, он удался, потому что здесь вот мы видели преемственность наших семей, наших поколений. Мы никогда не отступим от своих традиционных ценностей. Ценности семейных, это любви, уважение друг к другу, патриотизм. Во все времена наши воины защищали наше Отечество. Мы гордимся своей героической историей. Я хотел бы сегодня выразить слова благодарности нашим семьям, которые приняли участие в этом мероприятии, показали ценность семьи, преемственность поколений, уважение друг к другу, низкий поклон. Участники фестиваля были награждены благодарственными письмами главы Славянского района и памятными подарками. Венок дружбы еще раз показал всем нам, насколько важны мир, взаимопонимание и согласие. Мы едины в праздники и в трудное время. Мы вместе со своей страной, и это единство в наших сердцах. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».